Так, ребята, я зашел на Redmir 2 сервер, прям аж необычно. Внимание, на сервере изменена схема управления транспортом. Используйте Alt, чтобы открыть интерфейс. Окей. Это поняли, все, да? Одежда у меня вся аннулировалась. Кельвин Кляйн. Тыры-пыры, все как должно быть. $1478 на балансе. Кто вообще смотрит меня давно или видел мои ролики? У меня был здесь GTR. Было около 80 тысяч долларов, но я в последний момент их решил все прослить. Все, $1500 у нас есть на счету и все. Так, какие здесь есть менюшки? Инвентарь, это что у нас? То есть я могу вот так, да, посмотреть? А как посмотреть? Вот. Luxury Event, 30.12.2017, уже почти 3 года. Драйвинг лицензия, категория B. Почему я именно люксери? Потому что здесь был такой вот когда-то клан. О, кстати, здесь такой таб интересный. Когда-то был здесь клан такой, я в нем состоял. Так, а теперь F9, F9 что-то работает, F1. F1, да. И у меня и остался, если что, здесь еще кабан, который я купил на последние деньги. Колхозный пипец. Вот такой вот кабанчик, а что-то он большой прям, надо снять наклейку вот этого всего. Как я всрал свои $60 000, а я вам объясню очень просто. Я просто пошел, крутил номера и достал вот такой вот 7788, 3050 и 85, 88 у меня был. Все, как я слил свои деньги полностью. Что здесь еще есть? F1 игрок. Ага, Luxury Event, если бы как-то изменить никнейм, только не помню, где-то никнейм, что ли в этом, на сайте изменяется. Так, сообщение, имущество у меня, конечно же, ничего нет. Начинала я играть, когда открыт был сервер полностью. О, кстати, тап изменен. Ой, говорю, тап, карта. Когда сервер был открыт, я мог купить себе дома, там, бизнесы, тыры-пыры, но сейчас, я надеюсь... Что-то свободное осталось вообще. Можно как-то вообще посмотреть? Вот, имущество. А, развлечения разные. Короче, я не знаю, как посмотреть. Раньше можно было. Все, запускаем движок. У меня хотя бы здесь чип какой-то есть. Можно, конечно, попытаться потом проехать и его продать. Только давайте с самого начала я поеду, изменю просто радиус колес сразу же. И уберу этот тупой винил просто максимально. Кстати, здесь такие вот столбики, все так по-новогоднему. Не то, что смотри, просто ничего. Просто ничего. Я хотел бы открыть еще вот эту менюшку. Мне, кстати, при входе дали какой-то VIP и 5000, что ли. F2? Вот, F2. Награда за выполнение всех заданий. $500. Так, подписка. Активно. X2 игровой опыт, дополнительные призы прокачки, автопристегивание ремня, уникальный статус, 2 бесплатных суточных прокрутки. Первый день. Я так понимаю, 55 вот эта фигня, это можно ее обменять на какую-нибудь валюту, что ли, или диски можно за нее купить, что такое. Купить пиццу в закусочной. Заправить автомобиль, проехать гонку на драге, поработать доставщиком еды. Вот, а у меня, кстати, 11 уровень, как ни странно. А, они говорили, что ваш игровой опыт будет переведен в уровень. Достижение. Давний друг. Полет нормальный, 5000 дают, кстати, тысячи. Я надеюсь, вот за эти монетки можно будет купить какую-нибудь тачечку. Потому что на кабине ездить особо не хочу. Здесь какая-то херня. 1 рубль, 2 кр. То есть здесь 2, это что? То есть если 2 кредита, у меня 55 кредитов, значит 28 рублей. А, это над рублей, наверное. Информация, что здесь? Как зарабатывать рейтинг? Что такое кредиты? Кредиты — специальная валюта, которую игрок может заработать, выполняя ежедневные задания, получая как бонус за различные активности на сервере. Потратить кредиты вы сможете, одежду, тюнинг и т.д. Ладно, поехали, посмотрим, вернее, крутанем рулеточку. Ну, теперь, я думаю, вообще другое дело. Смотрите, какой кабанчик на посадочке, бомба. И что у нас по F2 там надо сделать? Заправьте автомобиль, так. У нас есть две бесплатных суточных прокрутки. Поехали в казино, я так понимаю, это делается. Поедем, посмотрим, как оно крутится. И, кстати, мне вот стало интересно, сколько я всего отыграл на Redmir'е.
по времени. Что-то очень много кланов, прям очень много. Лакшери Эван, сколько? 35 минут сейчас, а всего не пишет, да, часов? Я понял. Мы паркуем свой кабанчик, в принципе, он тоже неплох. Колхозненький немного, но неплох. Все, отстегиваемся, заходим вместе с пацанами сюда в казино. Ой-ой-ой. Сейчас у нас разыгрывается Астон Мартин. Ничего себе. О, смотрите, какая рулетка офигенная. Плюс одна попытка. Офигенно. А, 3000 дали, ничего себе. А прикол, я сейчас зайду и заберу Астон Мартин. Вот это будет просто везение года. Так, можно, да? А как крутить? Пуск. Пошли, пошли, давай, давай, крутись, 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 крутись. Что, 3000 тоже дадут? 3000 дали, лол. Еще давайте, разочек. А, вот пацан крутит. Вот если я не успел нажать, здесь тачка выпадет. Самое угарное, это бан, наверное. 150 фишек. Такое. И можно крутить, да? Все, я кручу. И, пожалуйста, давай автомобиль. А, я уже вижу, что мне автомобиль не достанется. Мне каких-то 75 RP. Это что, донат или казино какие-то фишки? Я не знаю, что это такое, пацаны. Хорошо это и плохо, фиги знают. Вам просто тут одна бесплатная попытка каждый день. Ага. То есть, ой, вы выиграли фишки, я понял. А, обменный пункт, сколько это фишек можно поменять? Продать все. Это что у нас выйдет? Продать все. Не знаю, насколько я там продал. Одна фишка 90 баксов, а у меня было что там? 75 фишек на 90, это... А, 6700! Я уже думал, это херня, а оказывается нормально. 11 тысяч. Мне кажется, еще где-то на банке должно быть, но... Если бы здесь можно было поиграть какого-нибудь дурака, я бы сыграл. Такое. Вот здесь закусочная есть, я надеюсь, здесь недорого. KFC местный, Chicken Bell. Блин, надо приодеться, вот реально. У меня же была такая одежда. А, у меня был фуловый скин, точно. Они же одежду добавили. Надо еще поехать сегодня приодеться. Так, там говорили пиццу купить вроде, да? А здесь нету пиццы. Купить пиццу в закусочной. Либо я слепой, либо здесь реально пиццы нет. Шаурма, кола, не понял. Закусочной пиццу. Бля, вот это челлендж сейчас будет. Так, есть здесь еще одна закусочная. Так, 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 можно выйти. Спасибо. Так, заходим в нее. Я надеюсь, хотя бы здесь будет пицца вот эта. Хотя мне кажется, что здесь нет этой пиццы. Давайте купим шаурму. Посмотрим. То оно или не то. Так, F2. Не, нихера, это не пицца. Бля, а где пиццу найти, реально? Где можно найти пиццу, если все везде Chicken Bell? Я просто не понимаю. По полной просто. Кстати, я же не снимал здесь, какой мост красивый есть. Такой винтовой, он, конечно, уже года два есть. Кто вообще давний игрок на Редмире, тот уже привык, но... После смотри, ездишь, смотришь на этот разный маппинг, на такие мосты, там, кусты, еще что-то другое. Прям вообще кайф. Чуть не забыл, Дрэк Рейсинг у меня против Икса. А, у меня же нитро нет, ну все, пошел кабанчик. 227, кстати, 8. Максималка, ну, конечно, я же всосал по полной. Все, получен приз, 500 деньги, 2 кредита. Значит, все-таки шаурма нам не подходит, нам надо именно найти пиццу. Где ее найти? Помогите просто. Так, второе нам задание, это заправить свой автомобиль. После смотри, также здесь очень классная заправка, прям выбираем 92-й, конечно же. Продолжить. Все, подойдите к заправочной станции. То, если я не видел, сейчас посмотрите, как здесь прикольно. Все, подошел, Е взять пистолет. Все, подошел к тачке. Все, Е взять, поставить пистолет. Все, теперь, конечно, из моей криворукости здесь в другую сторону все работает. Ну ладно. Все, на $12 завершить. Все заправлено. Вот здесь вот так надо было стать, чтобы было все нормально видно. Так, положить пистолет. Все, садитесь в машину. Сажусь. Удачи. Все. 350 нам заплатили долларов. И нам еще надо купить все-таки пиццу и приехать 10 раз на этом, на развозчике пиццы.
Кстати, у развозчика пицца там где-то уже можно, наверное, купить пиццу. Я вот только что зашел, и мне написали в чате, у вас нет прав. И я не понимаю, почему, что вообще произошло, как так вообще? А если я сяду и поеду, норм будет вообще? А, ну типа посрать, да? Хотя у меня прав нету. А где... А это что такое? Короче, я понял. Так, а вот, кстати, ж магазин продается. Может, в магазине пицца продается, а? Какая-то там замороженная, микроволновку поставить, все будет заебись. Есть такая? Ой. Там какие-то мустанги ездят, или что там есть такое. Так, выйти можно? Все, заходим в магазин. Шланг, аптечка, цветы, сникерс, Red Bull, бита, кола, рюкзак, сумка. И, конечно же, пиццы здесь нет. А интересно, где она же находится? Может быть, закусочная? Ее тоже там нет. Может быть, в ресторане? А в GTA San Andreas вообще есть рестораны, кроме закусочных? Я не знаю. Или всякие закусочные как-то между собой различаются. Или на заправке, блядь, какую-то пиццу купить. Я не знаю, где ее взять. Вот реально, где? Адекватностью от игроков просто прет. Так, поехали посмотрим, что еще здесь в мэрии есть. Посмотрим мэрию, потом выполним до конца квеста, переоденемся, да, и в принципе все, закончим серию. Доставка еды, необходимая лицензия, не требуется. Все, сюда давай, устроиться. Все, вы приняли работу, так, отмечено местоположение работ, бомба. Садимся и едем работать. Хорошо хотя бы, что я не начал искать работу, а потом устраиваться. Вот это было бы, конечно, фиаско вообще полнейшее. Так, где она находится? А, вот, все, место работы. Все, стартуем. Так, начать, быстро. Скутер, пиццу. Two hours later. Так, и последний наш заказик. Везем его в гетто. Все, берем пиццу, подходим, нажимаем на Е. В трусах того Кельвин Кляйн вообще их не смущает. И все, получены 250 баксов и один кредит. Мы выполнили еще одно задание. Осталось самое в скобочках легкое. Где найти эту пиццу? Я спросил в репорт. И как ни странно, нам ответили очень быстро. Модератор Эль Напа ответил нам, что пиццу можно купить напротив тренировочного центра в Лос-Сантосе. То есть где-то вот здесь. Давайте зайдем, посмотрим. Хотя да, здесь прям вот The Pizza Chicago. Вот, все, забегаем. Пицца. Так, можно уже, да? Хот-дог, салат, пицца. 65 баксов. Кстати, даже быстро. О, все, нам дали $300. Получен приз за ежедневное задание. Первые деньги. Так, F2. Все, мы где-то приблизили к колесу. Я так понимаю, ваше здоровье и каждый день новые бонусы. Вот это уже интересно. В принципе, за сегодня мы неплохо так заработали. Неплохо так вот, кстати, прокачали аккаунт. Магазин. 59 вот эти фигни. Вот 59 вот этих типа кристаллов или что-то такое. А, кредиты. Как это атмосферно смотрится, когда игроки просто заправляются шлангом свои автомобили. Они просто подъезжают. Просто балдежно смотрится. А мы садимся в наш кабанчик, поедем, уволимся с этой работы и поедем приоденемся и, в принципе, закончим видос. Так, пацаны, чтобы даром вы не играли, вот заходим в игрок, в меню, F1, игрок, пишем 2021, и у вас появляется промокод на 20 тысяч рублей. Также вроде доступен новый промокод New Level, посмотрим, работает он, да, еще на 15 часов. То есть отыгрываем 20 и 15 и получаем около 30 тысяч. А мы подъехали к Бинго, к Адидасу, к Пуме. Сейчас будем переодеваться. Я надеюсь, здесь не очень дорого, не очень много бабла в сру. Мне где-то 1003 максимум бюджет. Я не хочу все 13 тысяч. Кстати, вы смотрите, как все красиво разделено. А, я понял, GTA 5, привет. Низ. Ничего себе. А можно как-то цену по обуванию? 800, короче, $800 это стандарт. Я понял, я понял. Джинсы можно какие-то черные, вот такие вот, все, балдеж. Далее добавили в корзину, бэкспейс назад.
Вверх. Неплохо, пуховик. Мастерка. Не то куртка. Ну, куртка тоже прикольная, в принципе. Если что-то под куртку еще одеть. Пуховик. Пуховик, ну это дорого. 2к за куртку, вы чё? Это, я не знаю, чего? Хэллоуин? Столько стоит? Я понял. О, кстати, футболочку можно купить. В принципе, зима, пофиг. Какую-нибудь, не знаю, красненькую, беленькую, черненькую. Вот что-то... Угу. Я понял, цензура. Если бы она была без цензуры, я бы даже купил. Вот я думаю, вот эту футболку за... Чего? По 50 тысяч, да? По 28, по 10. О, еще дешевле. Можно еще. Суприм. Кстати, такую я в жизни очень хотел купить. 40 тысяч? Ничего себе. Все, бомба. Бэкспейс 1600 уже. Обувь. Так, низкие. Вот эти классные. Все, вот эти хочу. 900, пофиг. Хочу. Аксессуары, вверх, головные уборы. Можно мне, не знаю, там, кепка, LS, там, еще какая-то. Вот такое хочу еще взять. Да. Все. И предыдущие, мне кажется, тоже, да, там, появилось. Аксессуары. Очки. Так, а где кипарик? А, я кипарик не купил, да? Ладно, сейчас куплю кипарик, потому что я лысым ходить не хочу. Все, 3000 мы потратили. В принципе, вот так персонажа одели. Кроссы вообще топовые. В принципе, все по-черному, как я люблю. Черный кабан, черный пацан, черная кепка. Все балдежно. На этом все, пацаны. Вот такая вот серийка по Радмирчику вышла. Посмотрели, что изменилось здесь за 2 года. Изменилось очень многое. Как Радмир ушел просто вперед. На... Просто газ в пол от смотрем-то. Конечно, на смотре есть тоже очень много интересных фишек. Хотя все фишки уже есть и на других проектах. Смотра забила на сервер, на игроков. Но Радмир хорошо развивается. Придумали новые интерфейсы. Много чего интересного. Я, в принципе, вот зашел. После смотры, после того, как я 2 года не играл на Радмире, ну, получил удовольствие, кайфанул. Так что можете зайти тоже. А на этом желаю вам хорошего дня. Всем удачи и всем пока-пока.